начала мероприятия. Я думаю, все уже определились, кто идет на мастер-класс, кто идет на лекцию. Если вы заказываете действительно хорошее вино и хорошую дорогую бутылку, ее невозможно выпить сразу после открытия, поскольку ни с точки зрения цвета, ни с точки зрения запаха, ни тем более с точки зрения вкуса, вы не почувствуете и половины того, что вам хотел сказать на самом деле винодел. И этот призыв «Все вздрагивают и падают ниц, затем немедленно встают», и бегут к находящемуся тут же в долине огромному капищу, врываются в него мужчины и женщины вместе. Предложили, сказали сделать что-нибудь с вином. Я подумал, что было бы неплохо сделать какую-нибудь фишку, да? Понятно, что с вином в кулинарии можно делать огромное количество вещей. Например, пишет, что он получает бокал, свой бокал от самой богини, великой богини Инанны. И она наливает ему бокал, но он передает этот бокал дальше. Не знает, сколько сортов винограда есть сегодня на свете, и в среднем каждую неделю появляется новый сорт винограда. Все выпили немножко. Ну, я думаю, что вы все в нормальной стадии такого опьянения легкого, когда еще в принципе можно водить. Смотрите, я вам могу сказать, что вы все знаете, что в Израиле в принципе можно выпивать и можно есть. Вы помните, была лотерея, вы заполняли такие анкеты. И, как ни удивительно для нас, всего 9 анкет. Первое место. Так, это Левана, Витель, наверное, Виталь. Левана. Левана? Поздравляем вам, спасибо большое. И спасибо вам за ваш интерес, за ваше терпение. Это серия встреч, я надеюсь, мы с вами еще увидимся. Вот нас фоткают.